спорткомплексе «Спартак» прошел ежегодный всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти чемпиона мира Николая Шмакова. Это уже 29-е соревнование, посвященное советскому борцу, который в свое время работал старшим тренером и возглавлял школу высшего спортивного мастерства города Люберцы. За выступлениями юных борцов наблюдали мои коллеги. Побороться за призовые места и почтить память заслуженного мастера спорта СССР приехали около 100 борцов из Москвы, Подмосковья и Нижегородской области. 30 юных спортсменов представили на этом турнире городской округ Люберцы. Большинство ребят – воспитанники спортивной школы «Спартак». На сборах был воскресенский. Там две тренировки в день было. В весовой категории 44 килограмма я занял первое место. Всего на турнире представили на 11 весовых категорий, участникам от 13 до 14 лет. В каждой группе определили сильнейших борцов, которые уже в следующем году могут побороться за звание кандидата в мастера спорта. Этот же возраст мы повторим на следующий год, но это будет уже введен в ВКП, и на нем будет присвоение КМС. То есть они на год как бы станут старше, и это уже будет ВКПшный возраст. За первое место будет присвоение выполнения норматива кандидата. Выдающегося советского борца Николая Шмакова не стало 30 лет назад. За свою спортивную карьеру он завоевал несколько почетных титулов. Чемпион и призер чемпионатов СССР и мира, призер чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта СССР. С Николаем Михайловичем Шмаковым мы познакомились 60 лет назад, в 63-м году. С тех пор наша дружба всегда поддерживалась такими хорошими делами. Тренировались в одно время. Это двухметровый гигант. Был настоящее воплотнение мощи России. Есть такая профессия – родину защищать. А Николай Михайлович относился к категории людей, которые и защищали родину, и прославляли ее в международных коврах. В следующем году соревнования, посвященные памяти Николая Шмакова, пройдут в 30-й раз. К этому событию организаторы начнут готовиться заранее. Юбилейный турнир соберет рекордное количество гостей и участников. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.